Мы очень рады победе, прервали серию такую, черную полосу. Надеюсь, что дальше только будет лучше, будем побеждать постоянно. Нам сейчас очки нужны как воздух. Про свои моменты могу сказать, что да, не забил, хотел забить. Могли выигрывать, конечно, с более крупным счетом. И это надо было делать, потому что 2-1 такой счет опасный. Ну, в принципе, выполнили тренерские установки. Все выкладывались на 100%. Хотел бы попросить болельщиков, чтобы приходили, поддерживали нас. Да, были тяжелые времена, но я думаю, что мы сейчас все стараемся, все выкладываемся. И все это как бы ради вас, ради болельщиков. Приходите, поддерживайте нас.